Всем привет! Вы на канале Королевство вкусных блюд. Будем готовить полезный натуральный морковный сок. Этот яркий напиток поднимет настроение и улучшит самочувствие. Но натуральные соки нужно чем-то смягчать. Некоторые соки разводят кипяченой водой, чтобы не было сильной концентрации. В морковный сок обычно добавляют оливковое масло, но я люблю его со сливками. Получается невероятно вкусно. Обязательно попробуйте такой вариант. Давайте начнем готовить. Морковь хорошо моем, очищаем. Выжимаем сок. Посмотрите, какой красивый, яркий сок у нас получается. Ведь не правда, как он поднимает настроение. А мы его еще не пробовали. Смягчаем сливками. Хорошо перемешиваем. Вот такой вкусный и полезный напиток у нас получается. Его можно давать даже деткам. Балуйте себя вкусными и полезными рецептами. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно!